Эти люди, которые являются преступниками, правонарушителями, не предъявили никаких доказательств. Ливийские свидетели заявили, что такие суммы не могли переместить незаметно. У Каддафи была привычка записывать все, фотографировать. Он был безумцем, эксцентриком, который, безусловно, сидел на наркотиках. И при этом нет ни одного доказательства, даже самого крошечного намека на доказательства. Это дело очень важное, потому что речь идет не только о финансировании избирательной кампании. Это касается войны, ликвидации главы государства. Это касается резкой дестабилизации страны, что привело к массовой миграции в Европу.